Лезгинка в аэропорту и встреча в интернате для сирот. В Махачкале с рабочим визитом побывала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Третья городская очищает. В народной больнице появилась новая процедура очищения организма от токсинов. Песчаная буря в Белиджи подняла бурю возмущения у людей. О том, как работа карьеров довела местных жителей до отчаяния, расскажем в итогах недели. Ни рубля из бюджета. На какие средства и для кого строят народную дорогу в Буйнакском районе, узнавали наши корреспонденты. Много риса, много денег. Кизлярский район с рабочей поездкой посетил глава правительства республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Связь из Поднебесья. В самом высокогорном селе Европы появился интернет. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. Начнем с торжественного официоза. Сегодня вся страна отмечает День России. Накануне значимой даты глава республики Сергей Меликов вручил отличившимся дагестанцам государственные награды федерального и регионального значения. Среди тех, кому присвоены почетные звания и вручены ордена и благодарности, работники различных сфер деятельности, внесшие значительный вклад в развитие республики. Глава региона отметил яркие черты дагестанского характера, заключающиеся в трудолюбии, настойчивости и целеустремленности. Именно эти качества, по словам Меликова, помогают жителям республики трудиться во благо Родины и своего народа. На неделе в ходе рабочего визита на Северный Кавказ уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Дагестан. В составе правительственной делегации она ознакомилась с деятельностью Республиканского центра развития образования и Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь без слез». Встретилась с детьми в школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Провела рабочее совещание с представителями НКО, занимающимися вопросами защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Итогом визита в республику главного детского омбудсмена стала встреча с главой региона Сергеем Меликовым, после которой ее участники ответили на вопросы журналистов. То, что я увидела в Дагестане, меня очень порадовало. Ну, во-первых, это люди, которые работают в ваших учреждениях, которые не просто осваивают новые технологии, они постоянно повышают свою квалификацию, они следят за новыми трендами, которые появляются в социальной сфере по помощи детям. И это прям по-настоящему порадовало. У вас обновляется инфраструктурная база, и мы видим, что начинается новое строительство. У вас очень мощный некоммерческий сектор, который помогает в апробировании новых технологий социальных. Мы с утра были в центре дневного пребывания вашего фонда, совершенно замечательный, огромный объект, который помогает более 150 детям с инвалидностью, и это очень интересно. Но вот с Сергеем Алимовичем мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, поддержке, потому что, конечно, нам из федерального центра очень важно помогать регионам в тех вопросах, где требуются дополнительные усилия. По мнению специалистов, очищение организма от токсинов считается залогом крепкого здоровья. Такого же мнения придерживаются специалисты 3-й городской больницы Махачкалы, где на неделе состоялось официальное открытие детокс-отделения. Оборудованные по последним требованиям палаты и процедурные кабинеты осмотрел сам муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. О том, кому советуют врачи пройти данный вид лечения, узнавал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Магомед Абакаров – один из первых пациентов, который прошел очищение в отделении детокса. Это было почти год назад. Здоровье дедушки ухудшалось с каждым днем. Он готов был уже отправиться за границу. Теперь вспоминает, как муфтий республики лично посоветовал ему пройти лечение в 3-й городской больнице. Раньше это уже знал у меня, но вызывал, давай, говорю, будем тебя лечить, как положено, здесь, не там, где-нибудь, в Узбекистане, там где-нибудь, в Ленинграде. Я вылечу, говорю, у вас здесь дадим врача, дадим палата, дадим, создадим условия, те, которые нужны тебе. То, что он сказал, он делал. Он делал, и врачи делали. Дай им тоже здоровье, вот этим врачам, особенно врачам. Как здесь, я не видел нигде.
за этими посетителями смотрят и их уважают где-нибудь в другом месте. Вот это очищение, самое главное, вот это очищение помог мне очень даже, очень сильно помог. И вот спустя год здесь же открывается второй этаж детокс-отделения. В торжественном событии участвует основатель медучреждения муфти Дагестана Шейх Ахмад Афандия, глава столичных больниц и общественники. Супруга и советник духовного наставника Айна Гамзатова отметила, что их семья в первую очередь на себе применила предлагаемую методику очищения организма. Отделение открыто уже почти год, но сейчас мы сегодня ключевое событие, потому что мы его расширяем. Мы вынуждены были его расширить, потому что мест не хватает, палат не хватает. И поэтому сегодня шестой этаж дополнительно открывается. Для того, чтобы вот вам это предложить, мы в первую очередь попробовали все, что, о чем говорят врачи, на себе. И на шейх, и наша семья. Поэтому я думаю, что нам всем будет здоровье, иншаллах. Дай Аллах, чтобы так и было. Гости осмотрели новые современные палаты и процедурные кабинеты. Здесь представлены как стандартные, так и люксовые номера. Теперь после расширения детокс-отделения сможет принимать до 80 пациентов одновременно. Наверное, такого уровня отделения у нас в республике точно нет. Может, за пределами мы где-то найдем. И для жителей республики открывается возможность получить очень качественные очистительные процедуры. Ведь вся медицина, все здравоохранение строится на профилактике заболевания. Я надеюсь, что оценят жители нашей республики, попробуют это, и мы получим качество жизни совсем другое. Пациент, прежде чем пройти очищение организма, здесь же проходит полное обследование. И только после назначения врача ведутся оздоровительные процедуры. В среднем пациент находится в стационаре от 5 до 15 дней. У нас специалисты, которые получили направление, именно выезжали за пределы по обучению в соответствии лечения с Кораном, по книге. То есть это специалисты, обученные по нормам и канонам ислама, которые непосредственно уже оказывают здесь это назначение, лечение. В отделении имеются у нас терапевты, которые осматривают пациентов, гинекологи, врачи, которые непосредственно женщинам их какие-то проблемы обсуждают, назначают и начинают уже непосредственно уже лечить их. Вместе с очищением одновременно мы подбираем ему комплекс лечебно-оздоровительных процедур. Это у нас иглотерапия, массажи, физиопроцедуры, соляная шахта, потом ванны, фитобочка, грязелечение. Кому что подходит, в зависимости от того, какое сопутствующее заболевание у пациента, мы подбираем процедуры. Особенно это будет полезно для людей с лишним весом, потом у кого инсулинная резистентность. А так, само очищение раз в год, раз в полгода, я рекомендую, начиная с самого себя, всем проходить, чтобы организм очистить от токсинов, от шлаков, от паразитов, чтобы организм был здоровым, иммунитет чтобы укрепить. Как утверждают специалисты в области медицины и религии, основная причина практически всех заболеваний – неправильное питание. То, что Всевышний Аллах сотворил нам разные яства, разные блага и имеющие разный вкус, они созданы в первую очередь для того, чтобы это придавало человеку силы и энергию, а потом удовольствие. Поэтому от рациона в первую очередь нужно требовать пользу для организма, а потом удовольствие вместе с этим. За год работы отделения процедуры очищения и оздоровления организма здесь прошли более 500 человек. Это стало для многих причиной исцеления тяжелых заболеваний, которые мучили их на протяжении многих лет. Такой методики, как здесь, щадящей, и результативно я, например, в других местах не нашла. В 90-х годах мне поставили такой диагноз в Ростове, в ростовской больнице. Синдром хронической усталости. И теперь вот после этого детокса, для меня этого диагноза нету. Иншаллах, рахман. Суточное пребывание в стационаре детокса будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей. В эту стоимость входит и обследование, питание и весь спектр оздоровительных процедур. Больница расположена на улице Сепараторная, 4. Обратиться за помощью может любой желающий. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даутгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Горы песка, одни в нем тонут, другие строят из него свои волшебные замки.
Жители поселка Билиджи Дербентского района требуют встречи с главой Дагестана. Люди недовольны тем, что рядом с их населенным пунктом работают незаконные, по их мнению, песчаные карьеры. Как на каком основании этим людям, я не знаю, как назвать их людьми, карьеры, которые 10 гектаров уже привели в экологическую катастрофу. Плюс к этому еще 15-23 гектара. Хотят открыть еще один там карьер. Это уже будет просто невыносимо. Убедительная просьба вас, услышат нас и решат принять меры. На улице выходить невозможно. Окна открывать невозможно. Мы тоже люди. Помогите нам, пожалуйста. Не знаю еще, что сказать. На неделе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, на котором были подведены итоги работы транспортного комплекса и дорожного хозяйства республики за 2021 год и озвучены задачи на 2022 год. Ключевым на коллегии стал доклад руководителя ведомства Джамбулата Салавова. В нем он, в частности, отчитался о реализации государственной программы развития территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан, на реализацию которой в 2021 году было выделено около 13 миллиардов рублей. Указанная программа позволила построить и реконструировать порядка 48 километров дорог, два моста длиной 66 метров, провести капитальный ремонт дорог протяженностью более 600 километров и 12 мостов общей длиной 548 метров. Однако не все ждут поддержки от государства, есть те, кто строит и ремонтирует дороги сами. Вот уже восьмой год, как в Дагестане идет масштабное народное строительство так называемой «дороги предков» – Бузна-Санух. Данная транспортная линия соединит город Буйнакск со священной горой Ахульго. Тем самым значительно сократится время поездки из гор на равнину и обратно. На данный момент проложено уже 80% трассы. Подробнее о «дороге предков» для будущих поколений расскажет Патимат Ханапова. Это самое главное желание, чтобы эту дорогу побыстрее закончить и видеть, как наши ребята по легкому пути, чтобы могли ездить хорошо, нормально. Завершение строительства народной дороги с трепетом ждут десятки тысяч неравнодушных людей. Эта транспортная линия для дагестанцев имеет особую ценность. Во-первых, с ней связана большая история предков. Во-вторых, строится она на частные пожертвования. Каждый день на протяжении 8 лет тут проводится кропотливая и качественная работа. Уже проложено более 25 километров дороги. Ну, дорогу мы начали строить, как говорится, первые шаги сделали в 2014 году. В конце декабря, имея практически 1-2 единицы техники и, как говорится, не имея ни одной копейки в кармане. Надеюсь, что дагестанцы поддержат эту инициативу с упованием, что Всевышний Аллах нас не покинет в этом благородном деле. Так. В этом мы имели возможность за прошедшие 8 лет убедиться в этом. Этим маршрутом издавна пользовались горцы, оттого и дали такое говорящее название «Дорога предков». Отсюда и перевозили товары на телегах наши прадеды. Несколько столетий узкая тропинка соединяла равнинную часть с горным, а это 17 районов. Наши предки не просто делали, а только эта дорога была выход в равнину горцы раньше. Тогда люди, которые были специалисты, думая только строили дороги. Почему? Потому что у них не было другой возможности, чтобы его расширить, чтобы его с подъема убрать, с равнины убрать. Самая короткая, бесперевальная и всепогодная. У народной дороги масса преимуществ. Здесь не будет крутых подъемов и сильных серпантинов из-за теплой погоды и гололеда. И самое главное, путь из равнинной части Дагестана в горную сократится в разы на более чем 30 километров. Вдобавок, по обе стороны дороги красивые пейзажи для туристов. Мы, получается, и дорогу строим, и туризм развиваем. Главное, одно у нас получается. От 10 рублей до нескольких миллионов. Сумма пожертвований абсолютно разная. Однако всех благотворителей объединяет одно – неравнодушие и желание нести вклад в благородное дело. Инициаторы проекта каждый день ведут записи расходов и поступлений. Говорят, все до копейки идет по назначению. В любое время может приехать любой человек, который вложил деньги до рубля. Идет отчет. Пусть приходят в любое время. Час ночи, два часа ночи, любой день, понимаете? Не за того, что я кого-то боюсь или что-то делаю, я Аллах боюсь.
понимаете? Перед Аллахом я должен отчитываться. Магомед Саид Казимагомедов – заслуженный строитель республики. В этой сфере более 40 лет. За его спиной десятки крупных проектов. Но, говорит Бузнасанух, из них самый для него важный. Всю жизнь на стройках ушел. Я всюду на всех дорогах работал. И до тоннеля, который и в горах, которые самые, и в Цхенвале, в командировке, и в Ставрополе. Всюду я побывал. Ну, там по бумагам, там всем этим. Ну, день прошел и прошел. А здесь... цель есть, какая-то цель, чтобы вот народное, что-то вот внутри бывает, вот это, чтобы довести до конца, у всех такое желание. Руководители проекта говорят, они отбирают самых лучших специалистов, чтобы работа была проведена качественно и прослужила нескольким поколениям. Люди сами изъявляют желание стать частью масштабного проекта. Это не просто возможность заработать, говорят мастера, но и быть частью духовного. Шутка ли сказать, основная масса специалистов работают здесь со дня запуска проекта. Ну, очень приятно быть частью такого проекта, конечно. Хочется какую-то свою лепту какую-то внести. Такое благородное дело. Благотворительность как-никак. Хоть я и зарплату получаю за это, но все равно какой-то кирим мне будет за это. Сбор средств на строительство дороги все еще открыт. Для завершения столь масштабного проекта необходима любая помощь. В том числе такая поддержка не помешала бы и со стороны государства. Ведь экономическое развитие горного Дагестана предполагает прямое участие в этом процессе республиканских властей. Батиман Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Буйнакский район. Очередная хорошая новость для паломников, отправляющихся на хадж по благотворительной линии Сулеймана Керимова. Меценат принял решение организовать прямые авиарейсы из Махачкалы в Медину, что в свою очередь значительно упростит верующим выполнение всех обрядов пятого столпа ислама. Теперь паломникам не придется два дня добираться из Дубая до Медины на автобусах. И это еще не все. На общем собрании, проходившем в центральной джума-мечети Махачкалы, организаторы заверили, что все участники благотворительного хаджа будут обеспечены бесплатным питанием. Также паломникам дали советы и рекомендации по подготовке и ответили на интересующие их вопросы. Отметим, что первые рейсы в Саудовскую Аравию запланированы на 21 июня. Дагестан активно развивает рисовый кластер. Так, урожайность кизлярского риса выросла на 17%. И все благодаря государственной поддержке. Об этом было заявлено на встрече аграриев района с председателем правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Все подробности рабочей поездки премьера в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Не рисом единым район Кизлярский должен отличаться, но и многими другими показателями социально-экономического развития. Но тут, к сожалению, не обошлось без ложки дегтя. В целом, довольный своим визитом премьер расстроился, когда увидел темпы работ строителей в двух местных школах. Ходом капитального ремонта в образовательных учреждениях сел Южное и Косякино Абдулмуслимов остался неудовлетворен. Что бы хотелось заработать здесь? 20 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
Если за 10 дней что вы сделали? Отопление. Я не говорю, у вас здесь процентов 5-10 даже работы сделали. Вы пока что вычистили все. А в остальном кизлярщина только глаз радовала. Урожайность риса увеличилась на 17%. Абдулмуслимов посетил пшеничные и рисовые поля агрофирмы «Орешевка». На одном уже взошла пшеница, а на рисовом после полива ждут всходы. Для хорошего урожая на ферме использовали элитные сорта. Очень хорошая. Важно. Позавчера наша работает. Да, ну пусть у вас будет хороший урожай. Премьер, положительно оценив результаты работы агрофирмы, отметил, что сегодня в части развития агропромышленного комплекса Дагестан ставит перед собой амбициозные задачи. И производство риса – одно из самых перспективных направлений. Следует отметить, что за последние 5 лет количество площади
под рис у нас в республике увеличилось на 8 тысяч гектаров. И если у нас, например, в 2017 году урожайность была 36-37 центнеров с гектара, но сегодня мы получаем порядка 45-48 центнеров гектара. Это такая, ну, вот такой этот самый, такой идет прирост урожая. Это из-за чего? Прежде всего, мы поменяли отношение к технологии возделывания риса. Почему мы столько много о рисе говорим? Рис – это один из экспортоориентированных продуктов, и у нас в республике Дагестан уже образовался полный рисовый кластер. Это начиная с семеноводства, рисового семеноводства, и кончая переработкой риса. Общая площадь под рисом в республике составляет 27 тысяч гектаров. Около 15 тысяч гектаров из них приходится на Кизлярский район. Полученная продукция будет проходить обработку на 4 кизлярских высокотехнологичных рисоперерабатывающих заводах, которые появились в республике совсем недавно. Отметим, что с 2021 года дагестанский рис экспортируется в Азербайджан, Узбекистан и другие ближневосточные страны. Лариана Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кизлярский район. МТС на высоте. Теперь скоростной интернет и голосовая связь доступны и в самом высокогорном селе Европы – Куруш. Компания запустила в населенном пункте базовую станцию, предоставив возможность местным жителям быть всегда на связи. В продолжении темы сюжет наших корреспондентов. Гюльахмет Абдулгалимов прожил в самом южном селе России более 50 лет. Рассказывает, как тяжело было вести быт и поддерживать контакт с родными без доступа к сотовой связи и интернету. Местным жителям для экстренных важных звонков приходилось подниматься на приграничную с Азербайджаном зону, и то сеть не всегда ловила. Там Махачкала есть, даже Азербайджан есть, родные есть, им можно разговаривать на интернете, нам приятно, хорошо, да, этот. Теперь жители высокогорного отдаленного аула могут на хорошей скорости просматривать фильмы или звонить родным по видеозвонку. Точки доступа здесь на высоте более 2500 метров над уровнем моря появились благодаря МТС. Компания первая из сотовых операторов обеспечила связью отдаленный аул. Проект мы давно его задумывали, уже 3-4. Вот в этом году, в прошлом году собрались и реализовали его. Проектирование больше времени заняло, как обычно бывает, но вот реализация заняла у нас порядка, ну, 2 месяца, даже меньше, потому что сроки поджимали, вот погода прямо вот нас настигала. То есть, когда уже холодно, тут невозможно строить из-за сильных ветров и из-за мороза, минусовой температуры. Сейчас мы будем лично проверять то, как здесь ловит связь. Вот мы звоним по видеозвонку, по WhatsApp. Ранее это не было возможно здесь практически ни в какой части. В общем, уже на связи со мной. Татьяна, как меня слышно? Как... Появление связи в Куруше – это не только удобство для местных жителей, но и вклад во внутренний туризм. Населенный пункт является популярной для этого направления точкой. Село окружают важные для дагестанцев вершины – горы Шелбуцдаг, Ерыдаг и Базар-Дюзю. Рядом находится и альпинистский лагерь. Здесь проходит подготовку перед восхождением сотни спортсменов со всей России. Скорость – это 4G. Но летает просто. Ну, а без него фотографии, ролик послать, понятно, да? А мне по работе тоже нужно. Ты сидишь, группа приезжает, список присылает, фотографии там. Значит, альпинистов приезжает в год около 600 человек. На всякий случай, это альпинисты только. Если эту цифру умножить на 10, это экскурсанты, бездельники, туристы и прочее. Умножайте на всякий случай на 10. В селе проживают около 1000 человек. Теперь все они смогут узнать, что происходит в мире, находясь здесь, на вершине земли, среди этой необъятной красоты. А туристы и приезжие альпинисты смогут делиться своими впечатлениями прямиком из Куруша, не дожидаясь возвращения домой. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Такуспаринский район. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.